Михаил Кобелев, я фотограф. Я проведу сейчас маленький мастер-класс, так называемая трюковая съемка. Еще ее называют high-speed съемка, то есть съемка на высоких скоростях. Остановить в полете воду, чтобы это выглядело не просто как-то там сумбурно, да, чтобы это выглядело довольно гармонично и красиво. То есть попробуем из воды сделать такие шеи лебедей, чтобы у нас с бокалов как бы торчали. Так, ну вот что-то похожее. Вот чуть-чуть плюсик или линзу нажми чуть поближе. Так, немножко назад. Ну, то есть немножко неудачно, что у меня лицо оказалось как бы ну, напротив, да? То есть, но уже что интересно, что струи воды-то у нас идут из стекла, а не из бокала. За словом Невский чудится весь Питер. Ой, как за Арбатом, где самострой. Крещатики, ежели хотите, и стоит не души мой в ум нас два. Страсти разум и мирное житье. Российское обшарпанное царство. Но все они кобылки на связания строили и брали повседневности названия. И из мечты, конечно, иногда бьюсь об заклад и ставлю рубль за знак. Любому по душе такой аспект, где улица прошла энтузиастом, там ляжет мира рядышком проспект. Мечтатели, романтики, герои, от них пошли улиц имена. Мы делали себя в свой город строя, и знали, что название пошла. Он вырос, и пускай в нем нет Арбата, столицей очень многих судеб стал. Таежный и слегка замысловатый, мой берег, мой приют и мой причал. Мой берег, мой приют и мой причал. Е-е-е-е. Спасибо.